Начнем. Зовут меня Владимир Владимирович. О чем мы будем с вами говорить? О том, что такое стих и стихи. И давайте сразу эти понятия не путать. Чувствуете разницу? Да. Чувствуете? Пока просто чувствуете. Да? А потом, возможно, будет знать. Еще мы будем говорить о стиховедении. Это самая точная отрасль филологического знания. Почему точно? Ну, прежде всего потому, что она оперирует в том числе математическими понятиями. Поэтому, когда говорят о том, что гуманитарий или математик, это разные вещи, не верьте. Это неправда. Сразу скажу, что мы не будем говорить о том, как писать стихи. Хотя в разное время писались всякие руководства на эту тему. Как их делать или как их писать. Неважно, кого мы читаем. Пушкина, Маяковского, Бродского. Мы пытаемся проникнуть в тайну того, что такое стих. Но это тайна. Не за семью печати. Я надеюсь, нам немножечко удастся приоткрыть хотя бы краешек двери в эту комнату, которая называется поэтическое мастерство. Какие были в свое время руководства? Как вы думаете? Александра Ломоносова. Раньше. 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 Еще попробуйте. Берите раньше. Берите античность. Летопись – это не поэтическое руководство. Арс – поэтика. Давайте переводить. Арс – это искусство и одновременно наука. Поэтика – нетрудно догадаться. Поэзия. Конечно. Итак, или наука, или искусство, поэзия. Именно так давным-давно, в первом веке нашей эры, назывался трактат Квинция Горация Флакка. Это имя тоже полезно нам с вами. Как правило, его просто называют Горацией, как принято. И жил он давным-давно. Он попробовал писать трактат. Что такое трактат? Вспомогательный материал. Вспомогательный материал, согласен. Руководство, совершенно верно. Наставление о том, что надо делать поэту. Что он ценил? Прежде всего, порядок. Но порядок можно понимать по-разному. Сила и прелесть порядка, я думаю, в том, что писатель знал, что где именно должно сказать. А все прочее после. Где что идет, чтоб поэма-дворец знал, что взять, что откинуть. Так же, чтоб был он не щедр на слова, но и скуп, и разборчив. Как вы думаете, что это значит? Гораций любил порядок, стройность, меру. Недаром его назвали певцом золотой середины. А дальше, ну, да. Может быть, это значит, что всего должно быть в меру? Всего должно быть в меру, да. Именно так. И что Гораций больше всего ценил в своем поэтическом мастерстве? Даже не мир, а тот, казалось бы, незначительный факт, что ему удалось передать по латыни греческие размеры. Я имею в виду обычные стихотворные размеры, которыми мы сейчас с вами пользуемся. Ведь все эти слова, и ям, и храни, и амфибрахий,
И даже само слово «стих» взято из греческого языка. И вот тут тоже интересно, что такое «стих» как таковой? В вашей версии дайте определение. Стих – это? Стих – это одна стихотворная строчка. Так, стих – это одна стихотворная строчка. Это правда. Это мало что объяснит. Это одна строка. Нет, нет. Хотя строфа тоже слово греческое и тоже нам понадобится. Так, ваша версия. Она связана с остальными строчками, с друг с второй, вторая строчка, А если это одна? Тогда с чем она связана? Руководство будет и дальше. Но это руководство о том, как писать. Следующий, пожалуй, нам с вами интересный трактат, тоже руководство. Появился уже в 17 веке. Это был француз Николя Буало, который написал руководство с тем же названием «Поэтическое искусство». Он, конечно, на Горация опирается. 17 век, весь европейский опирается на античность. И он считает, что лучшие образцы созданы были именно тогда, в античности. Поэтому надо сейчас подражать им. Но он тоже хочет порядка и ясности. Иной в своих стихах так затемнит идею. Тусклый иной туман лежит над нею. И разума лучам его не разорвать. Обдумать надо мысль. Лишь потом писать. Пока не ясно вам, что вы сказать хотите? Простых и точных слов напрасно не пишите. Но если замысел в уме у вас готов, все нужные слова придут. Первый зов. Что это значит? Наверное, что он любил, когда выражают свои мысли, когда продумывают то, что хотят сделать. То есть сначала нужно продумать, замыслить. Создать некий план. Да? Именно так. И поэзия, по мнению Буало, может даже облагородить жизнь. Порою на холсте дракон или мерзкий гад живыми красками приковывает взгляд. И то, что в жизни нам казалось бы ужасным, под кистью мастера становится прекрасным. Конечно прекрасным. То есть что вас запомнится? Не обязательно записать, но запомнить. Потом пришли романтики. Они немножко смеялись над этой предельной ясностью классицистов, но и даже в самые романтические эпохи пытались определить, что такое стихи. И, может быть, лучшее определение стихов принадлежит английскому романтическому поэту Самуэлю Тейлору Коллиджу. Поэзия – это лучшие слова в лучшем Конечно, это немножко смешное, политическое. Но обратите внимание снова на слово «порядок». Там, где стихи, там порядок. Там, где стихи, там логика. Разум, мысль, явленные в слове. И это, конечно, самое главное. 15-летний Пушкин в своем первом стихотворении Это стихи к другу-стихотворцу. 1814 года. Первая опубликованная вещь Пушкина. Он пишет, хорошие стихи не так легко писать, как Витгенштейну французов побеждать. Что это значит? Что стихи писать не легче, чем воевать. Так, что стихи писать не легче, чем воевать. А что важно в войне? Спасибо.
Ну, победа, конечно, не понятно. Так, реакция, стратегия. Тактика и стратегия. Так, согласен, на чем? Строгий порядок войск. Строгий порядок войск. Согласен. Конечно, техника в поэтическом деле совсем не главная. Но именно техника дает возможность нам с вами соприкоснуться с той поэтической традицией, вот которая идет от Горация, а может быть и еще раньше, и до наших времен. До наших времен это примерно 2000. А может больше. Что получается потом? Начало 20 века, помните? Серебряный век, расцвет поэзии. И множатся литературные, художественные школы, течения, группы. И у каждой из них есть своя программа. И опять-таки они говорят, как писать. То есть снова этот вопрос встает. Символист Андрей Белый, о котором мы будем говорить еще. Но тем не менее это имя я напишу прямо сейчас. Андрей Белый. В сущности, начинает новую эпоху в истории филологии, и больше, и меньше. Он начинает заниматься проблемами метра, ритма, размера, с чисто математической стороны. И надо сказать, это ему удается. Математиком был его отец, Николай Васильевич Бугаев. Сам Андрей Белый получил естественное научное образование, параллельно учился на филологическом университете, Московского университета. И в сущности именно с этого имени начинается история нового стиховедения и новой филологии. И он тоже ищет порядка в том, что можно постичь, казалось бы, только чувствами. Мы привыкли, что поэзия постигает только чувствами. А это не совсем так, оказывается. Потом уже в 1910-е годы пришел русский футуризм, и именно из изучения его выросла новая филологическая школа во главе с Романом Кузьмичем Капсоном. Мэтр символизма Брюсов писал учебник стихосложения. Именно учебник, как писать стихи. Николай Степанович Гумилев, чье имя, я думаю, вам известно. Последовательно создал два объединения. Каждое из них называлось «Цех поэтов». Почему «цех»? Почему такое странное слово выбрано? «Цех». Так, ну давайте вы. Потому что в цеху создают любые предметы, а в этом цеху создают поэты. Ну, неплохая версия, но лучше вспомнить немножко другое значение. Ну, цех, в Средневековье, например, это же объединение ремесленников разных. То есть, думаю, может быть, ну, это то же самое, только в отношении поэтов? Конечно, именно так. Это объединение мастеров. Как вы знаете, в Средневековье, в Европе, ну, скажем, совсем не постыдно было там служить в цеху горшечников, например. Да и сейчас, наверное, не постыдно. И Гумилев по-настоящему думал, что возможно такое объединение. Еще одно имя наше. Николай Степанович Гумилев. И из гумилевской школы, надо сказать, больших поэтов не вышло. Что тоже странно. Казалось бы, хотел научить людей писать стихи. Но вышла огромная и прекрасная школа переводчиков. И, наверное, это тоже не случайно. Потому что переводчик должен быть обучен прежде всего мастерству. А этому, конечно, Гумилев учил. Итак, мастерство, искусство или наука. Мы снова возвращаемся к этому прекрасному латинскому. Маяковский в 20-х годах пишет статью, которая так и называется «Как делать стихи?». Заметьте, тут замечательное слово «делать». Не как писать, да? А как делать? Не как творить, а как делать.
Дело в том, что вот это словечко по-гречески, глагол «поэо», означал и творить, и делать. Все, что делают. То есть поэт — это тот, кто творит. Поэт — это тот, кто делает. Ну, статья Маяковского — это просто ряд таких практических советов, основанных, конечно, на своей практике. А дальше, опять-таки, в своем знаменитом стихотворении он дал такую образную характеристику того, что такое поэзия. Это стихи «Разговор с фининспектором о поэзии». Кто такой фининспектор? Финансовый инспектор. Финансовый инспектор, то есть, например, проще, да? Налоговый деятель. Фининспектор учитывает ваши доходы и начисляет вам налоги. И вот Маяковский говорит с фининспектором. Говоря по-вашему, рифма — вексель. Учесть через строчку — вот распоряжение. Ищешь мелочишку суффиксов и флексий в пустующей кассе склонений и спряжений. Начнешь это слово в строчку всовывать, а оно не лезет. Нажал и сломал. Гражданин фининспектор, честное слово, поэт в копеечку влетает в слова. Говоря по-нашему, рифма — бочка. Бочка с динамитом, строчка — фитиль. Строка дымит, взрывается строчка, и город на воздух строфой летит. Чуть дальше. Поэзия — та же добыча радия. В грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Но как испепеляюще слов этих жжения рядом с тлением слова сердца. Эти слова приводят в движение тысячи лет миллионов сердца. Это тоже своеобразная инструкция поэта. Вот что надо делать. Но, конечно, это не о том, как делать стихи. Это скорее о том, как их творить. Мне казалось, что эту разницу вы уже почувствовали. Творить, делать, ремесленник, мастер. Но все равно самое слово «мастер» предполагает, что вы знаете технику. Это самое простое, это азы. И с этого начинать всегда. Конечно, это не перечень неких готовых рецептов, никоим образом. И мы не будем этими рецептами сегодня заниматься. Я не буду учить вас, как писать стихи. Мы будем заниматься гораздо более, наверное, простой и, на первый взгляд, приземленной вещью. Это стиховедение. То есть, вроде как, это наука, которая ведает стихами. Давайте разберемся. Еще одна схемка, которую нужно себе нарисовать. Итак, у нас есть прекрасная наука, которая называется филология. Филология. Что это такое? Давайте по корням разбираться. Есть биология, есть там, скажем, генеалогия. Что такое филология? Наука о языке. Наука о языке, но это не переводится. Потому что фило – это явно не язык. А филологический? Любовь к науке – это уже ближе. Филос – это, конечно, любовь. Это, конечно, любовь. Любовь к чему? Давайте думать. К науке.
скорее философия. Любовь к мудрости. Любовь к логике. Это уже лучше. А, но опять-таки есть у нас слово логос, знаменитое. Любовь к слову. Нет. Логос – это и слово, и смысл. Филология – это прежде всего любовь к смыслу. Вот что это. Этим словом логос по-гречески называли и слово, и смысл, и знание. Более того, если вы вспомните начало Евангелия от Иоанна, то есть помните, оно классическое. В начале было слово. Там именно это словечко стоит. Энархе энхо логос. Дальше там очень сложное, как вы помните, параллель такая, да, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть как бы мир рожден словом. Но для нас с вами прежде всего понимание. Это любовь к смыслу, это любовь к пониманию. И филология началась очень-очень давно, как толкование древних текстов, как комментарии к ним, как переводы. А наука – это все потом. Давайте думать, как сейчас дела обстоят. Ну, честно говоря, сейчас принято разделять это на те науки, которые изучают язык, и на те науки, которые изучают литературу. То есть, ну, литературоведение, да? И давайте, чтобы у нас была парочка языковедения. Какие синонимы мы с вами знаем языковедения? Язык нет, не понятно. Синонимы. Так, язык, как вспомнить? Как по-английски язык, как по-латыни язык. Отлично, language. Language, да, по-английски, по-латыни lingua. Значит, лингвистика, конечно, лингвистика. Сейчас действительно принято эти науки как-то разделять между собой. Но на самом деле, по большому счету, настоящий филолог, конечно, занимается этим наукой. Давайте подумаем, что же изучают эти науки. Литературоведение принято считать, что оно изучает художественную литературу. Это объект изучения, да? Литературоведение – художественная литература. Она, конечно, в свою очередь имеет свою историю и свою теорию. Но с историей все более или менее ясно. История художественной литературы изучает как которая потихонечку развивалась в разные эпохи. Причем не надо думать, что она развивается к своему блистательному и логическому концу. У новых историков, вообще у людей нового времени, есть понятие, что чем дальше, тем лучше. Не так. Почему мы желаем друг другу счастья в новом году? Не забывайся. Да, это надежда на то, что дальше будет лучше. Или еще лучше. Не важно. Кстати, от всей души желаю вам, чтобы дальше было лучше. Но ни в Средневековье, ни тем более у древних греков такого понятия не было. Человек античности устроен по кругу. Он знает, что все повторяется. И поэтому его ничто не заботит. Человек средних лет знает, что мир когда-то начался и когда-то закончится. И поэтому его тоже не пугает, что он когда-то начался и когда-то закончится. В средние века смерти не боялись. Итак, с историей понятно, она все-таки движется с теорией хуже. Как быть с теорией? Что такое вообще теория литературы? Теория физики, я еще понимаю. То есть это просто перечисление того, что есть. Но это так скучно.
Ну, понятно, что теория в какой-то степени связана с историей, да, потому что на чем мы основываем наши теоретические знания? История, конечно. История. И мы сейчас знаем, скажем, о стихах Пушкина гораздо больше, чем сам Пушкин. Как ни странно, это правда. И это, конечно, не то, что называется поэтикой, то есть наука о формах литературы, о жанрах, о методах, о направлениях. Это, конечно, наше с вами стиховедение. Это, я бы сказал, еще стилистика. А вот стилистика уже напрямую связана с языкознанием. Потому что стили все-таки находятся вроде бы в ведении лингвистов. Но и стиль сам по себе означает, конечно, как же по-другому? Ну и, наверное, нужно назвать еще несколько имен, на которые я буду ссылаться при нашем с вами изучении. Это Андрей Белый, о котором я уже говорил. 1880-1934. В сущности, основоположник не только нашего, но и мирового стиховедения. То есть с этого человека началась история стиховедения. Так что наука – это молодая, в отличие от филологии. Кого еще я здесь назвал? Валерия Яковлевича Брюсова. Я думаю, вы знаете этого поэта. Знаете? Да. 1873-1924. Как видите, они современные. Но Брюсов был человек сухой. Андрей Белый был человек увлекающийся, что ему не мешало быть прекрасным ученым, прекрасным поэтом и прекрасным прозаиком. Но Белый ко всему подходил научно. Когда ему потребовалось написать работу о Гоголе, это последняя его книжка, она вышла уже после его смерти, в 1934 году, это фантастическая книжка, конечно. То есть он перелопатил, извините за такое слово, всего Гоголя с начала и до конца. Расписал почти каждое его слово на карточке. Напоминаю, компьютеров не было. Зачем ему это было надо? Чтобы составить статистику. Ну, скажем, такая простая вещь. Статистика цветов у Николая Васильевича Гоголя. Какие цвета он употребляет? Какую цветовую гамму предпочитает? Темный. Белый, черный, красный. Белый, черный, красный вы называете основные цвета. Они есть, естественно, у всех и в больших количествах. У Гоголя получились очень интересные результаты. В ранних вещах это золото, красный, действительно фиолетовый, как ни странно. А дальше далеко. Выцветает. И уже в мертвых душах появляются такие странные сочетания цветов, голубенькие, вроде синенького. То есть непонятно что. Такое ощущение, что человек потерял остроту зрения. Еще одно имя. Это Борис Исаакович Ярхов. Здесь я вам даже точных дат назвать не могу, потому что толком неизвестно, когда. В году 42-го. 1900. Родился он в 80-х. То есть он тоже этого же поколения. Но судьба его сложилась очень
печально, трагично. В 1938 году он был арестован, и дальше о его судьбе очень мало что известно. Проще бы его убили. Где? Вот далеко. Еще, наверное, одно имя, которое вам известно. Юрий Николаевич Тынянов. Юрий Николаевич Тынянов. Возможно, вы читали его книги о Пушкине. Или о Кюхельгибе. Читали роман под названием «Кюхля». Никого нет, кто читал? Не читали роман под названием «Пушкин»? Очень-то читайте. Не читали ли вы замечательную вещь о Грибоедове, называется «Смерть Вазира Мухтара»? Почитайте, это как раз в вашем возрасте надо читать. Возможно, что вы читали его историю о подпоручике Киже. Нашелся человек, который читал. Да? Да. Ну, пересказывает известный анекдот павловских времен, времен Павла Петровича. Это прекрасная книжка. Еще одно имя – это Михаил Леонидович Гаспаров. Максим Ильич Шапир сделал очень много, конечно, для нашего стихоления. Это уже совсем другое поколение. Вот за свои недолгие годы Максиму Ильичу удалось сделать, конечно, очень много. Вот на этих людей я буду ссылаться. Их имена буду пользоваться. Итак, что же такое у нас стих? Вот прекрасное словечко. По-гречески вот так. Давайте думать, во-первых, чем стих отличается от поэзии. Стих и поэзия, да? Ну это уже или нет? Смелее, смелее, смелее. Так, то, что не одно и то же, я уже услышал. Стих – это конкретно какая-то часть стихотворения. А поэзия – это все стихотворения вместе, вообще. Поэзия – это все стихотворения, здесь я могу согласиться. Но в том, что это некая часть, вот, наверное, вряд ли. Одно значение вы уже назвали. Это одна стихотворная строчка, помните, да? Итак, одна стихотворная строчка, да? То есть мы можем сказать, что в этом произведении столько-то стихов. Ну, скажем, в романе Александр Сергеевич Пушкин и Евгений Онегин около 5000 стихов. Второе – это форма речи, которая противопоставлена прозе. То есть стихи – это не проза. Стих – это не проза. Вот сразу это утверждается. Вот тогда возникает очень сложный вопрос. А чем же отличается это? Давайте думать. Формы подачи материала. А что вы имеете? Ну, например, стих, ну, стихотворение известно тем ритмом. У прозы же ритма нет. Давайте, например. Ну, скажем так, мы привыкли. А что, мне известны стихи без рифм? Белые стихи, конечно, белый стих. Так, ну-ка, еще, давай, сейчас, еще. Некий ритм есть, некий ритм есть и в прозе, согласитесь. Так, еще версия. Это особый стиль написания. Опять-таки, что вы имеете в виду? Говорить красиво, что говорить стихами. Нет, мне тоже. Так, ну давайте, давайте. Мне кажется, стих отличается от прозы тем, что в стихе присутствует ритм и размер. В прозе может быть ритм, но размер.
Так, размер это уже лучше. Но я не уверен, что он там обязательно есть. Но слово размер хорошо, что появился. Это правда. Но более того, есть стихи, открою страшную тайну, есть стихи без размера и без рифма. И что тогда делать? Ритм есть везде. Еще раз говорю. Вот мы сегодня вспоминали античных авторов. Скажем, античная поэзия вообще рифму никакой не знала. Не признавал ее. И считал, что рифм — это игрушка. Что рифм возможно в прозе, скажем, а не в стихах. А стихи должны быть без рифма. Так что рифма нам тут не поможет. Давайте другие искать какие-то параметры. Или мы определенные штуки не знаем. А что, я не могу написать поэму там 20 тысяч стихов? Я, может, не могу, но вы можете. То есть размером явно ничего не определяется. И античная поэзия, и русская знают примеры огромных стихотворений. Именно огромных. Ну, Евгений Онегин, сущность, да? Это большое стихотворение, правда? А поэма Михаила Матвеевича Щераскова, они больше Евгения Онегина по объему раза в три. Да еще и написано не четырехстолких, а шестистолких, что еще увеличивает их длину в словах. Так что это не проблема. Объем. И, конечно, вот еще. Может быть, стихи из стопы? Так. Обязательно ли? Не знаю, я не знаю, ни единого стиха без стопа. А я знаю. Дело, наверное, не в стопах. Дело в чем-то еще. Давайте попробуем так. Давайте я вам дам несколько примерчиков. А вы подумайте, что это, стихи или проза? Мне кажется, что дело это стихотворение. Да. Так, вам так кажется, почему? Присутствует рифма. Так, присутствует рифма. Это правда. Рифма точно присутствует. Вечной тучкой несется, улыбкой беспечной, улыбкой зыбкой смеется. Грядой серебристой летит над водою, лучисто волнистой грядой. Похоже. Тогда скажите, пожалуйста, а чем этот текст отличается от следующего? Он очень странный. Давайте подумаем, это стихи или проза? Так, уже мнения разделились. Кто-то определенно говорит, что это проза, кто-то определенно говорит, что это стихи. Хорошо, давайте я проверю просто ваше впечатление. Кто за то, что текст номер два – это проза? Примерно половина, да? Так, кто за то, что это стихи? Давайте как-то аргументировать. Рифма. Нет. Рифмы нет. Но она не обязательно. Точно нет. Но она не обязательно стихи. Вы знаете. Рифма нет. Размер. Рифма нет. Рифм есть. Рифма нет. Есть. Давайте попробуем прочесть. Вот теперь это дело. Дома, дом, домики, просто домчонки и даже домчоночки. Пятиэтажный, отстроенный, только что кремовый, весь в разгирляндах лепных. Деревянненький, синенький, далее каменный, серо-зеленый, который статуился алеповато фронтом. Карниз
приколонился, а полинялая крыша грозила провалом. Все окна ослепли от стал, дом прятался в пленах его обступивших и шамбашек. Свесилось там краснолапое дерево на чугуном загородке. Фух. Ритму нет? Но нет четкого размера, который бы это делил. А во втором тексте нет рифмы, но какой-то организующий ритм есть. И то, и другой стих. Возможно, и то, и другой стих. Возможно, и то, и другой прозвук. Нет, первое это просто стихотворение обычно, второе это белый стих. Нет, может быть, первое это проза, а второй стих. Первый стих. А как насчет третьего текста? Третьего. Я пока не буду вам читать, чтобы вы что-то осознали сами. Давайте так. Текст рифмованный или нет? Нет, не может. Так, то есть все считают, что текст не рифмованный. Такое, что не может, что бывает. Не могут, прямо в начале и в конце прям чувствуется рифм. В конце немножечко чувствуется, это непонятно. Рифма это то, что можно посчитать. Нет. Вот их есть или нет? Нет. Так, будем считать, что нет. Хорошо, будем считать, что нет. Размер есть, нет? Да. Да. А может нет. Давайте попробуем эксперимент. Давайте попробуем эксперимент. Попробуйте прочесть это. Сами. Кто смелый? Вслух. Северо-западный ветер его поднимает на сизый лилово-пунцовый алый длинный коллектив. Тикун. Он уже не видит лакомый промен над улиц Бобаров обветшелой фермы с сусликами на межу. Для воздух потоки распластанный одинок. Все, что он видит, бреду поклады холмов и серебролики, вьющиеся точно животный ног, сталь зазубренных перекатов, схожий с бисером в городке Новой Англии. Ну что ж, вы почти прочли с некоторыми неправильными ударениями. Все-таки Коннектикут, все-таки межа, соответственно, на меже. Что такое межа? Граница. Да, конечно, граница между полями. Да. Поэтому она и межа. А слово «между». Давайте еще с незнакомым словом разберемся. Что такое променад? Это маринад, это еда. А променад – это немножко другое. А променад – это прогулка. Прогулка. Давайте теперь разберемся, о ком это может быть. Да. То есть фермер поднимает воздух. Я правильно понял? Да, и перевозит их за ней Новую Англию. И на воздушном потоке он одинок. Да. Жуть ты какая! По-моему, это... Может быть, это какой-то зверь? Может быть, это какой-то зверь, это уже ближе к дереву. Это видел летающую пыль. Вот это уже совсем. Это ястреб. В оригинале это ястреб. Конечно, это птица. Смотрите, как он выглядит. Северо-западный ветер его поднимает над сизый, лиловый, пунцовый, алый долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад. Курицы по двору обветшалый, фермы суслика на меже. На воздушном потоке распластанный одинок. Все, что он видит, гряду покаток, холмов и серебро реки, вьющийся точно живой клинок.
сталь зазубренных перекатов, схожие с бисером городки Новой Англии. Так просто ли стих? Риф вы нашли? Нет, белый стих. До сих пор риф не нашли? Нашли. Ну-ка, давайте найдем их полно. Не в начале, но все про риф полно. Так, над рифмуется с чем? Променад. Променад. Отлично, молодцы, нашли. Дальше. Одинок клинок. Одинок и что? Клинок. Одинок клинок. Нашли. Еще. Лиловый пунцовый. Лиловый пунцовый нет. А вот алый. Ну-ка, дайте рифмуку. Алый. Отлично. Ага. Прекрасно. Перекатов. Есть рифмы, есть ищите. Покатых, конечно. Покатых перекатов. Я не случайно там ставил паузу. Серебро реки. Клинок, клинок, городки. Боже, с бисером городки. Клинок, клинок. Клинок, клинок. Стоило вас запутать, переписав стихотвор текст прозы, чтобы вы стихов не узнали. Что же это значит? Нет, успокойтесь, это не говорит о вашей несообразительности. Любой образ. Тут всякий, наверное, убился. Давайте попробуем другой маленький эксперимент. Проза. Доказывайте? Нет рифму совсем. Нету рифму. Ну, подумаешь, это нас уже не пугает, что нету рифму. Нет рифмы. Нет рифмы. Размер тоже, пожалуй, плоховат. Я не могу сказать, что его нет. А рифма нет. Давайте я вам попробую опять-таки это прочесть вот так же. Четыре стены до половины, покрытые так, как и весь потолок сажею. Пол в щелях, на вершок, по крайней мере, поросший грязью. Печь без трубы, но лучшая защита от холода. И дым, всякое утро зимою и летом, наполняющий избу. Окончены в коих натянутый пузырь, смеркающийся в полдень, пропускал свет. Кстати, никто текста не опознает? Это 1790 год. Александр Николаевич Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву. Значит, это скажите стих. Мне, это стих. Значит, стих. Проза. Значит, проза. Это я переписал стихами. Я на данный пишу текст. Вообще, вы читали проза? Это стих. Это стих. Это проза. Это стих. Ну, в каком месте вы пишете? Да, в каком месте вы пишете? Я на два пишу целых дважды. Первый текст. Иосифа Бродского. В оригинале написаны стиха. Я переписал прозу. Пункт 3 в вашем примере. А вот второй текст, четвертый, маленький, да? Этот текст в оригинале написан прозой, но я решил записать стиха. Это совсем прозой. Что из этого следует? Я вас хочу подвести к очень простой мысли. Ну, стихи у меня не закончились. Стихи это в прозе, а в прозе стиха. Стихи это все одно и то же. Что можно как? Есть, стихи можно записать в прозе, а прозе. Ага, стихи можно записать в прозе, а прозу стиха. Да, а, можно. И что из этого последует? Следующий вывод, самый простой. Они похожи, они гласительные, стоят. Нет, они не похожи. Все запутаны. Они гласительные знаки. Что в прозе есть тоже? Проза, конечно, есть рифма, об этом мы говорим. Но дело не в этом. Нет. Нет, они есть мои похожи. Они, конечно, не похожи. Представьте себе две простые.
простые вещи. Это проза или стихи? Проза. Отлично. Больше похоже на прозу. Почему? Откуда вы это знаете? Стихов не знаю. Стихов не знаю. Стихов не знаю. Прозе с помощью строчек это странно звучит. Лучше наоборот. В стихах строчки они не одинаковые. Не знаю, ну, они не обязаны быть одинаковыми, скажем так. Они могут быть одинаковыми. Да? Так, ну потому что до конца страницы. Ага, потому что до конца страницы, это хорошо. Так, это уже ближе к делу. Да? Мне кажется, все очень что... просто. Все, на самом деле очень просто. Они длинными строчками от начала страницы до конца, и при этом находят от верхней страницы до самой длины. Ага. Ну, условно рисую вот такой текст. Стихотворение. Стихотворение. Вот теперь скажите мне, пожалуйста. Предположим, что я решил издать книжку. Ну, не будем ходить далеко. Евгений Онегин. Но вот беда. У меня возможность сделать только очень маленькие странички в этой книжке. Мысли понятны? Ну, скажем, вот такого формата. Можно меньше, да, но вот больше нет. Ну, вот такого. Можно, конечно. Но еще другое дело. Потом я решил другую проблему. Я столкнулся с тем, что мне надо издать, ну скажем, мертвые души. И тоже в таком же формате. Теперь скажите, сколько страниц будет? Хороший вопрос. Вопрос. Изменится ли количество строчек? Если изменится, то где? В мертвых душах. В мертвых душах количество строчек изменится. Могу ли я их изменить в стихах? Нет. Не могу. Никоим образом. Как же тогда решать проблему формата? Как мне длинную строчку запихнуть на маленькую страничку? Переносить строчки. Ну, можно переносить, это правда. То есть вот так. Вот у меня длится строчка. Да. И я ее должен обязательно закончить вот так. Правда? А в прозе? А в прозе? Есть такая необходимость? Смотрите, что получается. В стихе, в отличие от прозы, есть еще какая-то граница. Слов вряд ли. Строчек именно? Стих менять нельзя. Стих как строка. Ага, стих менять нельзя. То есть количество строк в стихотворном формате. Да, не будет зависеть от формата книги. Понятно, что речь, да? И вот это действительно самое важное отличие. Помимо всех прочих, помимо размера, рифмы, содержания, о котором тут говорили, стихи равны друг другу просто потому, что это стихи. И значит, в конечном итоге все решается авторской волей. Давайте подумаем, что может разрезать стих. Рифма. Вот что вынуждает поставить здесь границу? Рифма. Может быть рифма, согласен. Конец листа. Если это воля автора. Конец листа нет. Конец листа это в прозе, извините. Количество стоп. Количество стоп, да, безусловно. То есть тот размер как раз и та форма, которую выбрал автор. Вот о чем речь. А теперь давайте подумаем, что может в свою очередь
стиховая граница. Ну, давайте я приведу вам несколько примеров. Конечно, граница предложения. Понятно. Это самое простое. Слово нельзя. Слово почему? Да запросто. Конечно, предложение. Давайте несколько примеров. Чьи стихи узнаете? Все мое сказала Злата, все мое сказал Булат. Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Все, это 400. Это именно пушка. Здесь ничего не разрывается. Но на что я хочу обратить ваше внимание? Как мы можем читать? И на самом деле, никто нас не заставляет читать только так. А как еще? Ну, можем хотя бы так, да? Жало, Злата, все мое. Ну, я. Можно читать по-другому? Все мое, блин. Сказала Злата, все мое. Тогда мы разрушим, конечно, все стихи. Но обратите внимание на то, что пересекаются. И эти словечки тоже. То есть перед нами то, что мы привыкли называть параллелизмом, правда? Сначала прямая речь, да? Потом сказуемое, потом подлежащее. Он абсолютно одинаковый. Так вот здесь не перебивается ничего. То есть граница предложения соответствует границе стихотворной. А можно ли как-то по-другому, спрашивали меня? Да, Саша. Разве граница предложения обязательно должна соответствовать стихотворной? Нет, конечно, не обязательно. Только что мы видели из наших с вами примеров. Давайте посмотрим еще раз на третий примерчик и попробуем там расставить границы так, как они должны быть. Попробуйте это сделать сами. Первая граница после «на». И нет. После «на». Так, вторая. После «а». Третья. Нет. Третья в очень непонятном месте. После «он»? Почти. Не видит. Уже. После «уже». Потому что рифму к нему где? Уже «же». Меж конечно. Дальше все просто, да? Следующая граница после алой обветшалой, да? Дальше, конечно, где? Суслика на меже, да? Отлично. Дальше. Одинок. Дальше. Покатых. Реки. Перекатов и городки. Да. То есть последняя строчка просто оборвана здесь.
ну, в моем цитировании текста, да, последняя строчка. Это кусочек стихотворения Иосифа Бродского «Осенний крик ястреба». Знаменитые стихи, как-нибудь почитайте обязательно. Но вы видите, что здесь, в этом тексте, граница строки ну совсем не совпадала с нормальной границей предложения. Да. То есть настолько совсем, что предлог открывался от существительного, да? Что наречие, которое мы привыкли, что все-таки стояло где-то в приличном месте, да? Было оторвано от предыдущего. Итак, границы предложения стих может резать. Это мы поняли. Может ли он резать слово? Нет. Разве что перенос. Разве что перенос не понял? Нет, можно, нет. Можно. Нет, можно. Иди сделай. Похоже на стихи? Да. Сепаратно от себя пил чай, размышляя о слепых случай, ностях мирового распорядка. Даже именуемого судьбой. Ну и так далее. Режу слово. Режу, конечно. Но это еще не так страшно. Потому что здесь я отрезал все-таки суффикс. Правда? Ну, точнее, даже два. А если, допустим, так? Зовут красотку Аденаис, и так залом бровей высок над глазом, что посажен Наис, косок. Можно слово резать? Да. Можно, говорить, стих может резать все. Более того, может даже букву оторваться. Или, ну, парочку букв. Как много появилось лиц, интересующих не лиц, и ее. То есть, оказывается, стих режет все. То есть так велика сила этой стиховой границы, что она может действительно все, что угодно разрезать. Пожалуй, не может только звук. Ну и то при большом желании, наверное, возможно. Ну, мельче звука ничего нет. Да? Почему же можно разрезать звук? Вот, скажем, стихи можно где перенести, какая-то там. Ну, куда можно перенести? Так, чтобы, растянуть так, чтобы и было и на этой строчке, и в. Нет, нельзя. А, в смысле, йод? Да. Нет, он-то тут все-таки закончился, а здесь начался другой звук. Как ни булок, ни живуч, я утомлен и затих. Средь мерцаний золотых, уступив иным созвучьям место. Давайте всматриваться. Как ни гулок, ни живучьям, утомлен и затих,
средь мерцания золотых, уступив иным созвучьям. Стихи? Да. Почему я, вот как ни стараюсь, не могу перенести вот эту букву «Б» туда, где она положена? Потому что тогда не будет ритма. Конечно. Но тогда я, ну, не то что не будет, я ее испорчу просто. Что с чем рифмуется? Я. Не просто ямочка. Живучьем. Созвучьем. Вот она рифма. Она богатая рифма, да? И я не могу в другом месте границу поставить. Как бы не хотелось. И эта шумочка написанная тоже лет 100 назад. То есть уже лет 100 назад люди прекрасно понимали, что стих может все разрезать. Вот это мне сейчас важно до вас донести. И, конечно, мы с вами видим, что стих можно читать не только по горизонтали, по розу, но и по вертикали. Что это значит, понятно? Да. Это хорошо. На завтра отложим еще один текст. Я очень хотел бы сегодня. Все-таки я вам укажу. А вы мне назовете, что в нем не так. Предупреждаю сразу. Ни рифмы, ни размера здесь нет. И тем не менее в стихе. В третьем тысячелетии автор повести о позднем предхиросимье позволит себе для спрессовки небольшие сдвиги во времени, лет на 100 или на 200. В его повести Пушкин поедет во дворец в серебристом автомобиле с крепостным шофером Савельичем. За креслом Петра Великого будет стоять седой араб Ганнибал. Негатив постаревшего Пушкина. Царь примет поэта, чтобы дать направление образу бунтовщика Пугачева. Он предложит Пушкину виски с содовой. И тот не откажется, несмотря на покашливание старого эфиопа. Что же тут имя, скажет царь, пяля рыжий зрачок и подергивая левой щекой. Вот мое последнее творение, государь. Пушкин протянет Петру стихи, начинающиеся словами «На берегу пустынных волн». Царь пробежит начало и скажет: «Пишешь недурно, а ведешь себя дурно». И снова, прицелив поэта, рыжий зрачок добавит: «Ушо тебе!» Он отпустит Пушкина жестом, и тот, курчавясь, выскочит из кабинета и легко пролетит по паркетам смежного зала, чуть кивнувши Дантесу, дежурному офицеру. «Шаркуны, ваше величество!» гортанно произнесет эфиоп вслед белокурому внуку. И вдруг улыбнется, показывая крепкие зубы цвета слоновой кости. Пауза. Что здесь не так? Давайте. Полно странностей. Какие услышали? Пушкин приедет в серебристом автомобиле. Так, Пушкин едет в кабриолете. Да? В автомобиле. Так, уже невозможно. Шофер. Так, невозможно. Ясно. Еще раз. Крепостной шофер вообще чепуха. Да, конечно. Ага, согласен. Так, еще. Это, наверное, более-менее современное писать, там, века 20-го, так как серебристые автомобили. 20-го, безусловно, написано оно
Нет, 40 лет назад написано. Давид Самойлов. Замечательный русский и советский поэт. Но эти стихи написаны лет 40 назад. Так, еще что? Еще не отловили что-то. Ну, царь не мог предложить виски. Конечно. Тем более. Так, еще. Пушкин не жил в одно время с Петром Первым. Так, еще. Петр Первый не сбочил, если с Пушкиным и Петром Первым не жил. Там про Пугачева сказано. Да. Значит, конечно, ни о каком Пугачеве с Петром Пушкин говорить не мог. Это все чушь собачья. Если отнесут, безусловно. Но тут не сказано, что отнесут. Тут сказано, заметьте, что это написал бы автор повести о позднем предхиросиме. А Хиросима это какой день? Вообще что это? Хиросима это город, который мы помним. Это первая атомная бомба, брошенная Америкой на Японию. Это 45-й год. И заметьте, это будет автор повести о позднем предхиросиме. То есть весь 19, 18 и даже отчасти 17 век, это будет время позднего предхиросима. Да? У людей разные мотивы. Считается ли третьего тысячелетия? Открою новость. С тем же отрешенным вниманием, с каким мы разглядываем евангельские сюжеты мастеров Возрождения, где за плечами гладковолосых мадон в итальянских окнах открываются тосканские рощи. То есть для читателей третьего тысячелетия вся эта история, и Пушкин, и Петр, все вполне возможно смешается в одно. Точно так же, как нам сейчас с вами, по большому счету. В общем, не очень важно, рассматриваем картину мастера 13 века или 14 века. Не каждый специалист вам расскажет, какой век. Но тем не менее стихи вечные.